надо на ней пробить, ясно? И здесь у нас перчатки. Так. Какие теплые. Да, я примерю. Они для тебя большие. Так. Вот такие перчатки. Такие теплые. Да, я понесу. Вот такие перчатки, я уже их испытал. Вот. Фирменное тут название какое-то. Защита, тут ее стоит. Вот, кстати, сам материал очень-очень приятный. Вот реально вот такой мягкий внутри. Теплая очередь. Мин минус 30, конечно, оно не помогает. Пальцы замерзают на велосипеде, когда езжу. Затяжка. Так-то на вид они. Тут и покатался, очень хороший. Конечно, при вот до минус 15 они очень хорошо держат температуру. Но при вот сейчас, какая погода сейчас, 26. Это, конечно, ни о чем. Ну, пальцы замерзают. Если их вместе держать, то хорошо. У меня ручка газа. И начинают мерзнуть. Этот палец. И здесь подушечки. Купила за 130 рублей на Санти Пандау. Скидка предновогодняя. Все. Вот такой товар. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки.